потрясающее. Приходит какое-то осознание чего-то, казалось бы, обыденного, но в то же время новое. То, что сегодня происходило на сцене Зимнего театра, совершенно ответственно можно сказать, что не происходило никогда. Мне хорошо в этом пространстве Антона, потому что Антон человек умный, тонкий, нежный. И мне вот этой его холодной нежности иногда душ, то, что нужно. Дорогие друзья, у меня короткий тост. Я думаю, что мы все должны выпить за этот город. Ура, за Сочи!